Меня зовут Оксана Пикмулова. И это третий урок по подтягиваниям. И сразу отвечу на вопрос подписчика. Умею ли я подтягиваться на одной руке? К сожалению, пока не научилась, но я к этому стремлюсь вместе с вами. Я продолжаю реагировать на ваши комментарии. Один из комментариев – это Юрий Тимонов. Пишет, что все замечательно. Единственное, прогибов поясницы быть не должно. И всегда держать позицию hollow. Полностью поддерживаю. На первом уроке мы это обсуждали, акцентировали на этом внимание. То есть положение должно быть: напряжен пресс, напряжены передняя поверхность бедра и спина. То есть держим это положение. Итак, наш третий урок. Начнем все с двух строгих подтягиваний. Отдых 1,5 минуты. Дальше снова 2 подтягивания, отдых 1,5 минуты. Дальше идем на снижение, делаем 1 строгое подтягивание, отдых также оставляем 1,5 минуты. И все завершаем 2 строгими подтягиваниями. Следующее наше занятие выйдет в четверг. С вами была Оксана Пикмулова. Жду комментарии под видео. Всем пока!